Всем привет, друзья! Сегодня подобрали подписчику iPhone 7 из Restore. Так, сейчас я достану. Так, вот сам чек. 3 месяца гарантии. iPhone 7 на 32 гигабайта черный. Вот то, что 90 гарантии, серийный номер. Все есть. Цена 12 тысяч рублей. Сам телефон в очень достойном состоянии. Очень свежий, можно сказать. По корпусу есть незначительные царапины, такие вмятины, но они вообще незначительные. Телефон без ремонта, оригинальный, 3 месяца гарантии, еще гарантия по закону о защите прав потребителя. Скорее всего, еще год гарантии по закону о защите прав потребителя. Износ аккумулятора 97%. Телефон абсолютно в рабочем состоянии. Цена-качество 12 тысяч. Может, некоторые барыги скажут, что дорого, но что продают на рынке за 10-12 там с убитым аккумулятором, вообще убитый телефон, а здесь с гарантией, гарантия есть. И она от Restore, и от Apple, поэтому цена-качество. Сейчас буду показывать подписчику, если ему понравится, он заберет. Телефон без ремонта, из Restore, еще раз повторюсь, 12 тысяч рублей. Как так, да, за 12 тысяч из Restore и еще БУ? Этот телефон, получается, пользовались этим телефоном, у телефона был дефект, потом заменили по гарантии. Потом сделали возврат телефона и, получается, телефон Restore взял, деньги вернул клиенту, и теперь у них телефон, и они продают этот телефон, и все, вот и все.